Лена и Светлана, скажите, а вот когда вы выбирали 5 лет назад специальность, неужели на вас, выпускников школы, действовали магические вот эти слова «факультет экономики и управления»? Вы вообще представляли, о чем идет речь, а, Свет? Я представляла, о чем идет речь. Всегда мечтала с детства быть экономистом. Меня очень устраивала эта специальность. Да? Да, представляла, потому что это действительно такой очень престижный факультет, я считаю, из множества остальных факультетов нашего университета. Да, представляла и очень хотела именно. И вот сейчас, открутив 5 лет назад, если бы ничего бы не изменилось, выбрали бы, согласились, и зная все, что вам пришлось вот в эти 5 лет прожить, изучать, то, что хотели. Да, самые хорошие 5 лет. Замечательно. А вот действительно, слушайте, самые хорошие 5 лет, Свет, вы произнесли. А нет такого ощущения, ну все, на гору я уже забралась, дальше уже равнина, уже нет высот? Или какие следующие высоты? А? Нет, еще лет 15, как минимум. Я думаю, это не последнее мое высшее образование. Да? Да. Есть вкус в этом? Есть определенный вкус студенческой жизни. Так вот, как раз и хотел спросить, вкус в студенческой жизни или в образовании как таковом? А когда это в комплексе, это вообще какой-то драйв, ты постоянно растешь профессионально и как человек, это очень здорово. Лен, 5 лет прошло, что ждет? Какая работа? Вы уже знаете, вот сегодня вы получаете диплом в 5 часов, а завтра, как дипломированный специалист, вас уже ждут на работе или, скажем, в ближайшее время? Ждут? В ближайшее время ждут. Где? А, еще не решено. Возможно, в банке. Угу. Вот, возможно, по специальности программистом каким-нибудь. А вот если бы такой меркантильный вопрос, Света, для того, чтобы хорошо и уверенно себя чувствовать вам, сегодняшнему выпускнику, при всем том, что вы где-то подозреваете, что практических знаний еще недостаточно для любой работы, да, куда бы вы ни пришли, тем не менее, вот такая зарплата вполне бы устроила. Я работаю уже год, моя зарплата меня вполне устраивает. Это военная тайна или назовете? Это фирма Intexsoft, угу. Я инженер-тестировщик. При зарплате? Это секрет. Ну, конечно. А? Лен, сколько нужно денег для счастья сегодняшней выпускницы факультета экономики и управления? Ну, 1 000 000 – это, я думаю, минимальная зарплата. 3 000 000 – вполне можно жить. 3 000 000 – да, шикарно. Или вы сказали 1 000 000? Я сказала 1 000 000. Но 3 000 000 было бы, конечно, лучше. Как я не расслышал вашу пользу. А давайте так. Ведь все-таки образование как специальность – это одно, да? Но есть какие-то общие знания, ну, назовем такое, просто эрудиция. Можно несколько вопросов на эрудицию сегодняшним выпускникам университета? Можно. Не боитесь? Нет. А вдруг, знаете, казус будет неудобно? Ну, так. Да? Да. Все по-честному. В отличие от вас, я буду подглядывать, у меня есть шпаргалка. Ага. Свет, столица Кореи? Не знаю. Лен, столица любой Кореи, северной или южной? Не знаю. А какого человека называют аскетом? Аскет – это кто? Тоже не знаю. Нет, не знаю. Что-то я перестарался, что ли? Да. Хорошо. А кто такой Том Хэнкс? Писатель. Наверное. Наверное что? Писатель. Том Хэнкс – это? Писатель. Угу. Хорошо, попроще. В какой области, ну, вот в Беларуси находится Мирский замок? Вот он в какой области? По-моему, в Минской. В Гродненской. Света говорит, в Минской? В Гродненской. В Гродненской, ну пусть. А какая религия в Израиле? А, по-моему, ислам. В Израиле какая религия? Ислам. Ислам? Да, наверное. В Израиле? Ой, мусульмане. Мусульмане. Вот точно уверен, что мы можем продолжать? Нет. Когда вы 5 лет назад выбирали специальность, неужели вам, выпускникам школы, ну, которые, как мне кажется, рассуждают очень, ну, я не скажу слово примитивно, но очень так, знаете, в лоб. Математика, я представляю, что это такое. Химия, точно знаю, биология знаю, ну, предметы, в конце концов, такие в школе есть. Но нет предмета экономика, управление, нет такого предмета. Что потянуло, почему туда? Ну, в первую очередь родители посоветовали еще.
Ну и первоначально, то есть ориентировался на экономику, брат учился на этом факультете, поэтому такой выбор был сразу. Саша? Ну, я более ориентируюсь на программирование, то есть как бы на экономику я не хотел поступать, но там открылась новая специальность наша, и поэтому я на нее поступил. Был вариант еще на матфак поступать, тоже программное обеспечение, но я выбрал эту, так подумал, что ну, с экономикой будет связано и ну, более актуально, наверное. Максим? Я тоже планирую сперва на матфак поступать, но как новая специальность, получается, там и экономист, и программист, и инженер, поэтому решил туда попробовать пойти. Слушайте, а вот сейчас, если бы 5 лет назад, вот вы уже знаете все, что было. В конце концов, вы контачили с другими факультетами, успели где-то поездить, с кем-то пересекаться. Все хорошо? Так и должно было случиться 5 лет назад? Да, я думаю, я бы и поступал бы на этот же факультет, на эту же специальность, то есть как бы... И не менял бы свое решение. Как вот хотел, так и случилось. А вот человек, которого называют сухарем, ну мы понимаем с вами, что, кто такой сухарь, да? Ну такой заучка, вот у него ботаник, да-да-да. Скажите, а вот вы сухари или пончики? Пончики я сам придумал. А, в смысле, кто-то из вас пишет стихи, кто-то играет на гитаре. То есть вот когда вы уходите от компьютера, когда вы закончили читать толстые умные книжки с кучей формул, есть что-то для души? А, Андрей, что для души? У тебя для души это? Для души это мой автомобиль. Это велосипед последнее время. Угу. Ну и еще последнее время для души, как ни странно, стала работа. Все-таки это интересно начинается. Взрослую жизнь, первые такие впечатления по работе, то есть вот такое вот у меня лично. Саш, что для души? Вот. Ну, ничего конкретного такого особо нету, ну просто скажу, развлечение, отдых с друзьями, что-нибудь такое активное, отдых. Максим, ну стихи-то для девушки, ну? Не, я больше по музыке, я музыкант, как бы, вот для меня музыка – это такое развлечение. А, музыкант компьютерный, диджейского типа или музыкант настоящий? На гитаре играю. Ребята, а есть вот конкретные предметы, а есть то, что можно назвать общей эрудицией. Согласны, да? Ну вот просто человек, что называется, прочитал в газете, слышал по телевизору, рассказали друзья, путешествовал, запомнил. Не возражаете несколько вопросов из серии, скажем, вопросы вообще? Можно. У девчонок не очень получилось. Ну попробуем. Скажите, пожалуйста, Саш, кто такие барды? Барды – это музыканты, люди, ну авторские песни. Которые, собственно, сочинение песни под гитару поют. Угу. А, Андрей, кто поет песню «Поворот»? Новый поворот. Я знаю, Максим, что вы знаете. А вот я специально у Андрея. Все-таки... Это поет группа «Машины времени». Так. Максим, вы можете назвать столицу Кореи любой, северной или южной? Сеул. Саша подсказал. Ну хорошо. Максим, а в какой области находится Мирский замок? А? В Минской. В Минской? Андрей, в какой области Мирский замок? Так, в Брестской там есть вариант, да? Возможно, в Брестской. Ну там рядом все, понимаете? Конечно. Там Беларусь вообще небольшая. Маленькая страна. Да, тут все рядом. Саш, а что изображено... Вот из белорусских достопримечательностей на 100-тысячной купюре. Ну, есть же такие деньги? Есть. Вот я вспоминаю сейчас то ли палац спорту, то ли что там. Не помню. Представляешь, сейчас все телезрители... А у студентов таких денег нет, понимаете? Поэтому мы редко видим такие. А, хорошо. Вы знаете, подействовало. Это убедительная, как сказали бы вы, отмазка. Вот. Вы знаете, есть слова... которые на слух, но настолько непрезентабельные. Когда я их слышу, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Андрей, кто такой швагер? Швагер – это отец. Так, Саша уже кивает. Нет. А, нет. Саша, швагер. Швагер – это муж сестры. Да, муж сестры. Швагер – это муж сестры, да? Я не буду спорить, вполне возможно. Мне просто слово не нравится, и мне все равно, кто это. Я бы так не хотел, чтобы меня называли. О, нет, Максим знает. Кто такой Федерико Феллини? Художник. Режиссер, может быть. Ну, по фамилии итальянец, музыкант итальянский. Может быть. Я все-таки... Максим знает. Я после этого только спрошу, вы говорите, какая самая вкусная защита от кариеса?
Орбит? Да, это я просто так спросил. Слушайте, Ратмир, прежде чем спросить что-нибудь такое очень умное по поводу того, где вы учились, что вы заканчиваете, у меня чисто такой человеческий интерес. А почему мама так назвала? Это папа назвал. А вот есть какая-нибудь подоплека? Подоплека, ну, начитанный человек, и Руслан Людмила, там с них встречается имя Ратмир. Здорово. Красиво. Дочка будет Елена Ратмировна? Ну, возможно. Скажите, пожалуйста, Ратмир, когда вы определялись с профессией, вот вы сказали, папа начитанный, это он как-то подтолкнул? Семья подтолкнула? Или, ну, как мог 11-классник выбрать такую специальность, кроме модного направления? Просто я сначала хотел в военную академию идти на противовоздушную оборону, то есть связано с компьютерами тоже. Но потом, когда не прошел по болезни, мне новая специальность появилась, я решил, что стоит получать сразу две специальности, то есть инженер, программист, экономист, то есть еще немножко ближе к экономике, чтобы более трудоустроиться. А вот скажите, когда вы учились, у всех студентов есть практика, мы понимаем, что это такое. А вот попали вы на эту практику, конечно, не на первом курсе, наверное, чуть позже. Вот то, что вы испытали на практике, это то потенциально, чего вас ждет в ближайшие дни. А я там, где остался работать. Да? Я сейчас работаю там, где практику проходил, я там и работаю. То есть я настолько уже понравилось, да, и им понравилось то, что вы знаете, умеете? Да. В этом смысле у вас полная гармония. Я не буду спрашивать про цифры, а то обвинят в некорректности. А вы считаете, что финансовое поощрение в виде зарплаты за ваш труд, как молодого еще специалиста, только сегодня получающего диплом, адекватно? Вполне нормально, если быть целеустремленным и пытаться выполнять всю работу, которую дают, то, в принципе, вполне нормально оплачиваем. Замечательно. Первая любовь когда была, в школе или в институте? Первая любовь, в школе, наверное, скорее всего. Это я так спросил, для разрядки. Ратмир, несколько игривых вопросов на тему общих знаний, не возражаете? Кстати, бывали на озере Нарыч? Был. Это в какой области? Нарыч, Гродненска, по-моему. А Мирский замок бывали? Нет, не был. А он в какой области, может, знаете, находится? Минская, наверное, если не ошибаюсь. Я точно не помню. Я не подскажу. Вы потом... Вы потом вернулись. У вас есть повод порыться в информации. Хорошо. А какая религия в Израиле? Иудаизм какой-нибудь. Еще раз? Точно не знаю, но что с буддизмом будет связано. Что-то такого вот направления. Мусульманство, может. Ну, не мусульманство, но что-то такого вот направления. А какого человека называют аскетом? Аскет – это кто? Даже не скажу. А кто такой Федерико Феллини? Режиссер, может. А кто такой Том Хэнкс? Писатель. Как у студента, все-таки спрошу, знаете, что изображено на 100-тысячной купюре? Знаете, нет. Вот так в голову не приходит, что изображено. Какое-то архитектурное, наверное, сооружение. Ну, конечно. Это логично. Да. Ратмир, что-то вот я со всеми беседовал, и вдруг только с вами я вспомнил, что у нас в том числе музыкальная программа. У вас какие музыкальные предпочтения? Рок. Русский рок старый. Назовите. Допустим, Киша. Не старый, но Киша, допустим, Кипелу можно отнести тоже к этому направлению. Так, навскидку, что еще? Некоторые Би-2 относят еще к року. Ну, в принципе, это и есть рок, Би-2, направлению. Вот представьте, вот если бы у меня спросили про русский рок, уж точно бы не вспомнил Король и Шут, точно бы не вспомнил Би-2, кроме двух песен «Полковника» и «Варвайера». И точно бы не вспомнил Кипелова. Не вспомнили бы? Нет, я не вспомнил не потому, что я не знаю, кто это, потому что для меня это полная пародия на группу Accept. Возможно. Может, у вас просто предпочтения другие. То есть вы относитесь... А знаешь, в чем прелесть? Эту программу веду я. Поэтому, наверное, да. Поэтому будет Accept, а не Кипелов. Вот так. Вы точно представляли 5 лет назад, что такое факультет экономики и управления? И вот эта специальность, Настя, как полностью звучит ваша специальность? Информационные системы и технологии в экономике. И вот вы, 11-классница, точно понимали, о чем идет речь? Ну, в то время, может быть, не совсем, было какое-то понятие. Но я уже давно знала, что пойду по этой специальности учиться. А, Оль? В принципе, да, в 11 классе, конечно, это как-то еще не совсем понятно, что это такое. Может, это просто модно было, а?
И да, престиж тоже играл свою роль, причем значительную, потому что на тот момент рынок труда был таким образом устроен, что наша специальность была достаточно перспективна. Мужчине проще. Он представлял, наверное, что это компьютер. Ну да, представлял, потому что информатика была в школе, во-первых. Во-вторых, это наша специальность, которая не так давно открылась. И наши специалисты пользуются спросом, потому что в современном мире никак нельзя без информационных технологий. Вы знаете, вот сейчас вы все такие легкие, игривые, обнявшись, ходите, он, она вместе, вот нас 20 человек, все друг друга любим. Ну, то, что можно назвать студенческим братством, так? А вот за 5 лет, Леш, было... Ну, помимо дал списать или там шпаргалку одолжил, были какие-нибудь, знаете, такие реально душевные и правильные проявления студенческого братства? Вот была ситуация, точно, вот сработало это? Ну да, конечно, мы всегда друг другу, например, помогали, кто там что-то не понимал или не мог сделать, всегда там сообща, по 2-3 человека разбирались со всем. И есть надежда, что это сохранится? Да, я надеюсь, по крайней мере, на это очень. А ведь разлетитесь же и все. Да, но я буду стараться всех собирать все-таки в будущем. Оль, а первая любовь в школе или в институте? В школе. Хорошо, а вторая любовь? В институте. Она сейчас как-то вот любовь или? К сожалению, нет, но все равно было приятное время. А вот когда у человека такое легкое, игривое, романтическое настроение, очень часто пишутся стихи, сочиняется музыка, и даже пусть самая удачная рифма будет кеды и полукеды, или там скрипка-веревка, тем не менее, вы все равно это можете называть стихами. Ну, словом. Компьютеры, экономика, управление – очень сухарские слова. Так вот, вы сухари или булочки, пончики? То есть вы такие игривые, и у вас есть чем заниматься после того, как вы отошли от компьютера или нет? Компьютер – это вот все единственное. Уж если я не работаю за ним, то просто играю. Леш, скажи мне, что ты что-то делаешь помимо компьютера. Ну, конечно, отдыхаю с друзьями, встречаюсь. Разнообразные занятия, там можно там даже на рыбалку съездить. То есть интересов много, лишь бы можно было себя реализовать в них. Компьютер — это не самое главное все-таки. Настя, что вы умеете делать руками, помимо нажимать на кнопки? Трудно сказать, но я очень люблю спорт. Какой? В свободное время. Прогулки на велосипеде, плавание в бассейне. Сейчас узнаем Олю. Ну, мне нравятся танцы. К сожалению, пока еще не получается заниматься, но вот я планирую в сентябре все-таки пойти в школу танцев, вот, и заниматься активно, ну, как бы активно проводить свой досуг. Замечательно. Есть то, что можно назвать общей эрудицией. Вот есть те знания, которые систематизированы в экзаменационных билетах, то есть вы либо знаете ответ, либо нет. А есть то, что просто может знать образованный человек. Я хочу задать вам несколько совершенно простых вопросов. Если вы боитесь, так скажите. Нет, не знаем, боимся. Или вы готовы на них ответить? Готовы. Пусть. Давайте, Леша, ответим. Да? Оля, кто поет песню «Поворот»? Вот новый поворот. Такая знакомая песня. К сожалению, я не помню этого человека. Ну, видимо, я другую музыку слушаю. Это точно какая-то группа, я могу сказать, но тоже не вспомню, кто это. Леша скажет. Ну, это Андрей Макреевич, если я не ошибаюсь. Совершенно верно, машина времени. Леш, с тебя. Как, так ты знаешь, какая религия в Израиле? Идуаизм. Еще раз произнеси это. Иудейство, или как-то там вот он называется. Иудаизм. Отлично. Девчонки знали? Я не думаю, нет. Ну, думаю, знали, почему нет. Да? Мирский замок в какой области находится? Гродненской. Мирский замок в какой области находится? Мирский, Минская, наверное. А озеро Нарыч в какой области находится? Тоже, думаю, в Минской. Минской. Тут вы просто, конечно, совершенно уверены. Вот смотри, Настя совершенно не знает столицу Кореи, хоть северной, хоть южной. Сеул. Это какой, кстати? Южный. А что изображено на 100-тысячной купюре? Ой. Там ребята тут же отмазку придумали. Я студентка, я больше 5000 не держала. Да, наверное, все-таки хорошая отмазка, я думаю. А кто такой Федерико Феллини? Ну, это режиссер, наверное, какой-то итальянский. Кто такой Федерико Феллини? Затрудняюсь ответить. А кто такой Том Хэнкс? Писатель. Том Хэнкс. Соглашусь с Ольгой. Ну, с компетентным мнением. Знал бы. Не, может, он и пишет, конечно, там. Хорошо, молодцы, спасибо. Пусть у вас после того, как вы получите сегодня вечером диплом, и в следующие дни будет такое же позитивное настроение. Спасибо.